Ну что, ребята, всем еще раз привет, с вами Саша Джиггернаут, и это мой очередной блог, который я посвящу сдаче ЕГЭ. В общем, весь процесс мы, допустим, прошли, и вот уже настал тот момент, когда нам надо, в общем-то, узнать результаты. В общем-то, начинается с того, что нам говорят либо заходить на сайт, вводить там свои паспортные данные, либо узнавать все свои результаты в школе. Вот. Ну, в школе, мне кажется, узнавать как бы не вариант, потому что у нас же у всех 21 век, есть интернет, вот, и можно все очень-то так довольно-таки быстро пробить. Но есть одно но. Ну, вот так, но одно но. Дело в том, что таких, как вы, которые хотят узнать свою судьбу, школьников, там, может быть, они будут либо студенты, либо в армию им пора, вот, их миллионы. То есть, реально, тех, кто хочет узнать свой результат ЕГЭ, особенно по общим предметам, это математика, русский, вот, вас очень много, и из-за этого даже государственные сайты, они просто-напросто накрываются медным тазом, вот, и, в общем-то, никакого вам результата и не выдадут, вот, как, сколько бы вы там не обновляли страницу, сколько бы не кликали. Вот, не повторяйте мою ошибку, я просто, вот, допустим, я сдал экзамен, и вот 10 числа должны были прийти результаты. Я не спал ночь, то есть я думал, ладно, там по московскому времени выложат, это у меня 2 часа ночи было, не спал, грубо говоря, не спал до 7 утра, обновлял этот злосчастный сайт, вот. Но так ничего, никаких результатов не получил. Вот, в итоге выспался, проснулся в 5 вечера, зашел на сайт, и все равно там результатов не было, то есть там что-то писали, типа там пока сервер что-то недоступен. Вот, ну, много нервов, короче, у меня ушло, я из-за этого и бегал, и в школу узнавал свои результаты, также сидел за интернетом, клацал обновить, и вот уже ближе к вечеру, часов 12, мне пишет мой знакомый друг, товарищ, как его можно назвать, вот, и пишет, что у него результаты уже известны. Я, опять же, зашел, начал обновлять страницу, у меня пока не выдавало никаких результатов, то есть все та же ошибка, типа данные не заполнены. Вот, ну, грубо говоря, прошел часик, и у меня все, в общем-то, открылось, результаты все мои были известны. Вот, в общем-то, ребята, к чему этот блог? Не повторяйте моих ошибок, то есть нормально спите в это время, потому что сразу вам этих результатов никто не выдаст. Ну, это же ЕГЭ, чего вы хотели-то? Там, тем более, большое же количество учащихся. Вот, было бы там человек 20, может бы сразу все заполнили, а это вас миллион, и поэтому, как бы, они все это делать не успевают, да и тем более сайт из-за этого перезагружается, и вот у них там возникают, в общем, какие-то проблемы. Ну, ладненько, ребят, с вами был Саша Джиггернаут, удачи на экзаменах, у кого они еще остались.